Мы до ваших адресов физически проехать не сможем. Абая перекрыта. Абая перекрыта, мы доехать не сможем. Молодой человек, слышишь, нет? Да. До вашего адреса не доедем. Абая перекрыта, мы ее не пересечем. А что теперь делать? Ну, вас максимум на АДК могу оставить, а вас на Сатпаева Брусиловского. Потому что Абая закрыта, мы ее не переедем просто. А Толеби? А до Толеби как мы доедем? Мы Абая можем пересечь. Разве его уже не открыли? Они еще там по Сайна бегут. Там еще Сайна закрыта. А Абая сейчас закрыта еще. Хорошо, можете на АДК тогда меня оставить? На АДК? Странно, что не учитывают, да, машину? Вообще не учитывают, то есть Абая раньше хоть оставляли Байзакова, можно было проехать под мостом. Сейчас все закрыто. В этом году? В этом году был? Да. Или каждый? Сегодня. Да. Приложение физически, наверное, не может перекрыть перекресток. Черным нарисована сама Абая, а проезжие улицы как будто открыты. То есть физически перекресток. В этом забеге участвовало 16 тысяч человек, так что, возможно, понятно, почему не самое большое. Про одну вез, она говорила вроде 15 тысяч, 16. 15. Никто друг друга не затоптал там. Конечно, что надо. В конце забега проезжали те люди, которые получили травмы на машине. Мы им отдавали воду и бананы, как раз на как домой поехать? Нет, надо до финиша докатиться. Типа, да. До победного, да? Да. 42 километра это просто лес. Ну да. Они вот на площади стартанули в 7.20. Альфа-Раби, Сайна, Абая. Получается, два было забега. Один 10-метровый и два, получается, два круга по 21 метру и все. А как бы закончится? Когда бегут. Полностью бегут в 12.10. Типа, кто не добежит, уже все поздно, да? Типа, должны же, да, потом открыть улицу. Ну, да. Они, видите, частично открывают. До этого, до Ленина только закрыто. Ну, то есть, до Ленина доезжаешь по Альфа-Раби, и все. Сейчас постепенно, постепенно они, когда заканчиваются, открывают. То есть, круг открывает. Закончилось, где вы меня забрали? Ну, да, вот. Я ее открыл. Я 20 минут назад на Ленина закрыто был. Постепенно они, по мере их пробега. А давай. Сколько вот стоит участвовать? 10 тысяч, по-моему, и 15, да? Нет, там определенный билет по-разному стоит. Там есть VIP-билет на 10-метровку, он вроде самый дешевый. Интересно, о чем отличается VIP? Тебя на машине везут? Нет, VIP-билеты, там можно поехать. С тобой скоро едет? Нет, скоро она в каждой точке стоит. На всякий случай, если что-то случится с бегуном. А VIP-билет, он так... Ну, ты можешь пробежать любую точку, какую ты захочешь, и у тебя будут привилегии типа еды. Тебя кормить будут по пути? Ложку будет кто-то держать. Сам билет сильно не знаю, У меня брат тоже участвует, иногда бегает, и сегодня я вез женщину, 10 тысяч участие. Насколько я знаю, брат говорил там, то есть малый круг 10 тысяч условно, а большой круг 20. Первое место приз.
Грамотно, наверное. Волонтеры вообще практически ничего не знают. Остатки остаются. А вы на добровольных началах или за зарплату? Нет, вам платят что-то бесплатно? Это вас как студентов заставляют получить? Ну, не как студентов. Это по-разному практически с многих университетов берут. Вот. Это, конечно, по собственному желанию. Сейчас по Утёпову попробуем спуститься, может они уже пробежали, если нет, то... Сейчас вот глянем. Просто кто-то медленно же бежит, кто-то вообще идет. Я вот сегодня женщина с палками. Вот эти. Ходьба. Они не бегут, они идут. Скандинавские. Ну, сейчас мы повернем вниз на Абая. Если открыто, мы проедем и там поедем дальше. Все едут почему? А если закрыто, то тогда на Абая у тебя повод другого состава. Ну, волонтеры просто умирают. Да? Грубо говоря, я с 2 часов ночи волонтерство. А зачем так рано? Подготовительные забег работы? Забег начинается очень рано. 7:20 же начинается. Нет, 6:30 начинается. Старт первый был 7:20. 7:20 был старт. А, вот почему дорога так поздно открыта. Я еще как раз 7:20 парнишку одного привез, он тоже участвовал. И там прям микрофон, типа 1 минута до старта. 7:20 он начался. Подготовка, в общем. Да, полная подготовка. Ну, хоть покормили волонтеров, то. Да, но холодно. И главное, наш координатор еще не справлялся, пришлось ей помогать. Она половину всего этого сидела в скорой. Организовать организуют, а толком ничего не сделают. Автобусы тоже, ребята говорят, автобусы, ну, тоже Абая не могут переехать. Хотя бы одну сторону закрыли, что ли? Не, они одну сторону закрыли, то есть то направление на восток закрыли, но в любом случае не могут. А Сейфуллина тоже закрыта, да? Сейфуллина? Да. Сейфуллина открыта. Ну, Сейфуллина-Абая, естественно, закрыта, сама-то Сейфуллина открыта, но ты Абая невозможно тоже переехать. Только по достык можно. Вроде двигаются, наверное, проехали. Теперь в следующем году нужно участвовать. Я вот сегодня тоже вез двоих и тоже думаю, подготовиться на следующий год, что ли, а потом что-то промо-видео посмотрел, сколько там народу. Ну, 16 тысяч, представьте. Как это, консервная банка, думаю. Нет, там все по-разному. Ну, а старт? На старте-то все с одного места стартуют. Нет. С площади все стартуют. В старте, когда в прошлом году стояли волонтеры, они говорят, там все нормально, просто они группами пускают. Пускают группами, но собираются-то в одном месте на площади. 16 тысяч человек на площади, а там, представляете, что творится там. С одной стороны, да, как селедка в банке. Ну. Так, что-то разворачивается все.
что тут здесь показывать? Там опедист показывает сейчас. Что, нет проезда, да? Жабы. Так, как удобно вам тогда будет? Где оставить? Можете выйти, пока стоит. Да. Все, спасибо. Пожалуйста, всего хорошего. До свидания. Всем новым ИП-водителям, которые зарегистрируются в таксопарке «Я партнер», с 18 сентября по 29 предоставляется возможность работать без комиссии таксопарка до конца года. Но это еще не все. Вас ждет комиссия 0% до конца года, а затем всего лишь 2% навсегда. Быстрое и бесплатное открытие ИП. Поможем с оформлением, с документами и всеми вопросами. Также бесплатное полное сопровождение по ИП и множество других преимуществ. Ждем вас по адресу Кунаева, 21Б, с понедельника по пятницу, с 10 утра до 7 вечера. Вот одна из центральных артерий города просто перекрыта поперек всего города. И люди разделились на два берега, то есть невозможно пересечь. Кто внизу, не могут подняться вверх, кто сверху, не могут спуститься вниз. Блять, вот как можно делать такую организацию, я понять не могу. Как? Невозможно проехать. Город поделили пополам. Тупизм. Жена Казахстан, алга.